Телеканал КРТ представляє. Я зараз хочу поговорити про пана Петра Олексійовича Порошенка. Він також зібрав достатньо великий мітинг. От я його, якщо порівнювати з Шарієм, то приблизно така ж велика кількість людей прийшла його підтримувати. Яке майбутнє у нашого колишнього президента Петра Олексійовича? Ну, вам двойка, потому что вы абсолютно неправильно назвали его титулы. Во-первых, он гетьман, даже, не знаю, это, может, он презервативы гетьманские выпускает. Во-вторых, он солнце нации, сладкоголосый Рошен, надежда, надежа батюшка. И он же, у него куча який денег. Який має свій актив такий. У него куча... Козаків, які в любий час... прискочуть, не дивлячись, там дождь, сніг, сонце, але вони будуть свого гетьмана підтримувати. У нього куча денег, ви розумієте. У нього син, пам'ятаєте, героїчний поступок совершив, коли в Лондоні залез на сцену і кричав, що в Лондоні русські. Тоді ж всі набросились, що, мол, син Порошенка увлекається тільки тюльпанами, не знає українського язика і прочее, але це вранье. Вранье. Я знаю, мне сейчас позвонили с администрации президента, сказали, готовится указ о присвоении героя Украины младшему Порошенку, потому что он ворвался в Лондоне в логово врага, крикнул на сцену и предупредил англичан, что в городе русские, надо спасаться, понимаете? А в Украине здесь откликнулись люди, поняли, что насколько он воспитал порядочных людей, дочерей, сыновей, которые вот последние силы ложат на борьбу с Путиным в Лондоне. Ложат просто. Да, все ложат на борьбу с Путиным в Лондоне и вышли в поддержку своего гетьмана. Не, конечно, не за деньги, конечно, нет. Конечно, это не те организации, которые плотно завязаны на чекистов и постоянно выходят. Нет у них сотников, раздающих деньги, нет, нет, нет. И это не из-за того, что... он очень богатый олигарх, нет. Потому что, как вы не видите, что Петр Алексеевич сделал столько для страны. Он вернул Крым. Он выполнил мирный план по Донбассу. Он остановил Путина. Он заградил всеми частями. Я так розумію, це ти описуєш якийсь фантастичний фільм, який вийде зараз на екран, який треба буде переглядати. Тарик, какой фантастичный фильм? В кинотеатрах мультиплекс після того, як закінчиться карантин. Нет, я тебе рассказываю предвыборную программу Порошенко, когда он проиграл. Я прочитал. Ну, я ж не могу не поверить. Это же президент. Его же народ Украины избрал. Понимаешь, в первом туре народ Украины ему доверил булаву в обе руки, которую он махал-махал и не перемахал. Это золотой человек, понимаешь, золотой человек, но внутри он коричневый, знаешь, как медальки Рошен. Золотой снаружи, а внутри коричневый. Но это не то, о чем вы подумали, это его стержень, который не дает бывшему эсдеку, который работал в партии, потом основателю партии регионов, потом министру в кабинете министров Януковича, Азарова, при президенте, понимаешь, вот ты проследи, какая цельная личность. Вот он в логове этой преступной власти с самого начала баранив Украину, баранив. Да, вот он боронил Украину с самого начала, поэтому будущее у него только лучшее. Я думаю, что с таким приговором, как Зеленский, сейчас Порошенко может стать президентом. Знаешь, такий Фенікс, який з полум'я вийде і знов очолить Україну і врятує її. Не Фенікс, а червяк. Если червяка разрубить на две части, то есть было 50%, а потом 25%, мы из 25%, то из каждой части червяка вылезет по новому червяку. Вот. Поэтому, как истинный дождевой червь, в хорошем смысле этого слова, который... Я знаю, как зловити цю... допоможе злопати, зловити цю рыбку золоту, яка виконає всі наші... бажання. Рыбку карася. Вот. И восторжествует, понимаешь, и восторжествует у нас европейские ценности. И в следующий раз, когда лидер С-14 сфотографируется в розовых трусах, с него не будут смеяться. А будут говорить,
хлопать ему за совершение каминг-аута и признание в своих нетрадиционных взглядах на жизнь. Добре, це все буде в тому випадку, якщо всі ці, скажімо так, справи, які розпочати проти Петра Олексійовича, якщо вони всі будуть закриті. Ми побачили, що три справи, в принципі, закрили. Хотів би зрозуміти, що існує також справа, пов'язана з Томасом, і ця справа почалася з того, що сам Філарет започаткував і підняв це питання. Ну, мы же помним, когда здесь был объединительный собор, и был вот этот президиум объединительного собора, и там сели вот эти вот попы, которых Порошенко согнал для... пригласил для формирования новой церкви. А возглавил вот аки Христос на Тайной Вечере сам Петр Алексеевич. То есть сел в президиум к попам, не будучи, да, священником. Но если... Петя сел на стул, то кому-то стула не хватило. Пришел господин Денисенко, а он покрутился, а нету места в президиуме. А он очень обидчивый парень. Он когда-то обиделся, что в Москве... Да-да-да, Филарет был в Москве. Вот, оказывается, да, он в РПЦ служил всю свою сознательную жизнь. Он баллотировался в патриархи, возьмите валерьянку, московские и всея Руси. Представляете? И говорит, я не допущу никаких автокефальных церквей, тем более в Украине. Потому что что? Они сатанисты, вот эти автокефалисты. И прошли выборы, и он занял третье место. Вот тут-то он и прозрел, снизошла на него благодать с этой инфернальной пустоши. Вот. И он подумал, ах так... Русскомировцы проклятые. Он быстро выучил украинский язык, прискакал на Украину, сказал, то, что я монах и у меня есть жена, да, с женщиной живу, это вообще значения не имеет, будем вам строить правильную церковь. Вот. И вот так вот он жил вот этой обидой, и тут, представляете, место у него заняли. И сказали, ты будешь почетный патриарх. А он, что такое почетный патриарх? Он же взял томос, открыл. Так, блин, где тут почетный предметный указатель? Там нету почетного. Дальше посмотрел устав. Нету почетного патриарха. И он говорит, так что-то запахло ладаном. Понимаешь, запахло ладаном. А черти ладана боятся. И думают, не, Петя, такие игрухи со мной не пройдут. Сейчас я тебе устрою Варфоломееву ночь вместе со вторым обрезанием. Понимаешь? Потому что, ну, ходят слухи, что одно обрезание есть у светоча нации, то можно и второе сделать, но уже не поперек, а вдоль. Вот, поэтому он, вооружившись кляузами, на церковном языке называется ламентация, жалоба, плач. Расплакавшийся Филарет говорит, обманули меня, да, черти проклятые. И написал жалобу куда-то в ДБР. И что он там написал, что Порошенко Томас купил? Ну, покупка церковной должности еще со времен Христа называется симонией. Почему? Потому что когда Христос как мессия, не такой мессия, как в белом халате, а действительно истинный мессия Господь Бог творил чудеса, к нему пришел Симон Волхв, да, маг, и говорит, мол, Иисус, давай я куплю у тебя возможности. А Иисус Христос ответил, ну, мол, ну... Да, и с тех пор покупка должностей церковных каких-либо является тягчайшим церковным преступлением, симонии, и ведет к низложению, автоматическому низложению. Поэтому, если сам Филарет признается, что там была покупка вот этой красивой бумажки под названием «Томос» или «Томас», так и так можно говорить, то, конечно, надо задуматься –